Пью. Всем привет. Пришла еще одна хреновина из Китая. Так, я не знаю, что здесь. Тут номера не было, не шло с этой посылки. Вес посылки 28 грамм получается. Стоимость. Что ты бы хер поймешь. Хрен поймешь, что там по декларации написано. Ладно, давайте посмотрим, что здесь мы имеем. Не порезать бы ничего. Аккуратненько. Вырезаем и рвем. Оба. Ага. Ага, берушки. Беруши. Много-много берушек. Их реально много. Я не знаю, сколько здесь их на самом деле. Шел даже в отдельном пакете, мы его порвали. Ладно, хрен с ним, с пакетом. Давайте посмотрим, что эти беруши нам прислали. Так. Это брала жена, она любит в тишине поспать. Ну, я не знаю, честно говоря, это спрашивать нужно у жены. Беруши очень мягкие. Я так понимаю, что не очень они хорошего качества. Они не расправляются нифига. Ну, стоимость посылки была где-то сколько. Ну, что-то бакс, по-моему. Что-то дерьмо полное, смотрите. И что? По идее, они должны расправляться. Хотя они вроде расправляются. Потихонечку, но расправляются. Ну, я также напишу в комментариях мнение жены, потому что брал я не для себя их. Ой. И увидите, что за беруши. А так все ссылки оставлю, конечно, в описании. Не забывайте про сервис betly.ru, про группы мои в соцсетях. Подписывайтесь, ставьте лайки на это видео, на другое видео, репостите. Всем пока!